вернулся в команду после небольшого перерыва в штаб Карло Анчелотти и его, конечно, работа. Мне кажется, вот он в том сезоне чемпионском, в Кубке чемпионов для Реала в 2014 году, он играл, по-моему, тогда по 13-14 игроков в основном. У него выходили использовать большую обойму игроков. Дополнительные замены. Вон отдыхать. Просто туда вперед в борьбу. 4 минуты остается. Патрис Эвра там, по-моему, да, был в глубине. Но сейчас не об этом, сейчас.